Всем привет! Вы на моем канале. Кто не забыл, канал о выращивании цветов, распаковке, так и также кулинарии. Ребят, сейчас иду в магазин, беру вас с собой. Посмотрим там в АТБ какие-то скидки, посмотрим, что там есть. А нет, приду и распаковка будет. Сегодня такое маленькое видео, включение. Выходной из пользы, так скажем. Очень было много дел всяких. Ну, в общем-то, потом все вам расскажу. Так что оставайтесь со мной. Пока нет дождя, вот актуально их носить. Вообще для меня очень сложно, ребят, перепрыгнуть с кроссовок. Так что не забывайте одевать красивую обувь, ребят. Брюки. В общем-то, сегодня по-нарядному, так скажем, ребят. И Джессю тоже с собой берем. Погуляет. Так, все, отправляемся на ветрище. Просто неимоверные, девчонки. Ну что, девчонки и мальчишки, мы уже в магазине. Магазин это АТБ сегодня. Вот такие вот макароны изделия, где я вам показывала, твердые сорта. Вот Deluxe, вот это хорошая марка, ну как, сравнительно хорошая. Ценовая политика сейчас на порядок меньше, так что, если что, закупите, сколько там вам надо. Я много никогда не покупаю, все в доступе, а хранится оно не очень хорошо. Вот уже фруктики немножко. По чаю также немножко вам решила показать, тоже вот этот крупнолистный со всякими добавками. Мелкий я никогда чай не беру, ребят, вообще, ну, вот этот цветочный еще, да, раньше брала, сейчас как-то это, только крупнолистный заварной беру, и все, ну, стараюсь без добавок, ну, кто со мной, тот знает, я показывала на прежних распаковках. Кофе также заварной по акции, растворимый, то есть, и заварной вот этот, который я, вот этот зеленый взяла, в прошлый раз я вот этот красный брала. Хороший кофе, ребят, вообще имеет место быть. Конечно, может и не понравится кому-то, но такой. Кофе тоже по акции есть, и килограммовые пачки 600 гривен, по-моему. Вот этот синий амбассадор. Там килограмм идет в зернах, конечно, его выгоднее брать, но сразу 600 гривен, как-то так. Еще и молоть надо. Сегодня надо по-быстрому, ребят, закупиться кофем, да и все. Хорошая цена. А так вот это львовская без акции 177. Здесь оператор меня подснять решил. В магазине для вас. Вот так выглядит все. Молочка, ребят, подорожала просто жутко. 350 грамм творога, 75 гривен. 74 с копейками. Кефир, молоко. Ну, в общем-то, это цены, конечно, интересные. Интересные. Не будем, так скажем, в них углубляться. Молоко также есть по акции, вот это в бутылке. Сыры тоже, вот эти сыры тут, конечно, расфасовка их не ахти, там сколько, 150 грамм. Очень мало, как бы, на развес, намного сыр выгоднее брать. Ну, плавленый взяла, сейчас по акции вот этот именно сырок. Он вроде как неплохой, вот этот, вот эта серия, мне надо на салат там, ребят. Тоже по акции вот этот сыр, который намазка такой. Здесь тоже 135 грамм, ребят, упаковка. Из более дорогих. Селедка, кстати, присмотритесь, кто забыл, ребят. 300 грамм вот этой коробочки, 59 гривен. Это еще такая выгодная цена, можно сказать. Рыба сейчас тоже очень подорожала. И свежезамороженная. И вообще и соленая, красная рыба якобы по акции. Ну, там тоже граммовку надо всю смотреть. Так, до этого вроде как я не знаю, сколько стоило, берешь, а потом... Ну, и самое вообще это ключевое, это яйца. Продукты первой необходимости, да, то есть 57,90, 59 первая категория. Вот эти тоже первая категория, это чуть подороже, 60 и 73, ребят. Цены, конечно, на яйца, это просто... Говорят, в Одессе уже 80. Не знаю, ребят, правда это или нет. Шпроты отсвечивают здесь немножко. 72 гривны баночка. Это по акции. Без акции 88, по-моему. Тунец. Вот 80 гривен, 70 это... Ну вот сардина сейчас по акции 40 с копейками, 44, по-моему. Масло подсолнечное тоже. 58, 60 стажар тоже. То есть такая цена нормальная. Тоже недешево, ребят. Оливковое здесь тоже цену не сложит. Кстати, в ТикТоке проверяли вот это масло оливковое из АТБ разных всяких там фирм. И сказали, там вообще оливковое масло и не пахнет. Когда-то мне попалось видео, ребят. Так что я не знаю. Фрукты, пирамида, вот это вот
хурма 92. Авокадо вообще зеленые, напрочь их невозможно в АТБ брать. Яблоки вот столько стоят. И груши 52. Вообще вялые они взяли, там не было чего выбрать. Товар, и бывает, знаете, такой, вроде и цена, но качество ж. Лимоны и 45, и 59, разная цена. Гранаты вот эти по 85, я не знаю, ребят, они вообще такие странные, как зеленоватые вроде. Ну, вот такие вкратце цены, ребят, вам просмотрели. Ребят, идем уже домой. Вы посмотрите, на дереве грибы растут. Вы видели когда-то такую? Я вообще такого ни разу не видела. Там, получается, еще выше, еще даже есть. С этой стороны. То есть. Здесь ветки. Пишите. Ну, шампиньоны, это явно, мне кажется, не это. Скажите, на вешалку не похоже. Не знаю, я в шоке. Такой первый раз вижу. Еле заметила. Все, ребят, идем домой делать распаковку. Ребятки, я уже дома. Распаковка будет не сильно такая большая. Такой формат сегодня лайфстайл у меня, ребят. Бывают и такие видео, но а куда без этого, это жизнь. Купила филе, ребят. Одну половинку взяла. Отбивные сделаю, там по-быстрому мне надо сегодня. 160 гривен, ну не везде, ребят, есть и 175, грудка куриная, не грудка, филе, грудка там чуть дешевле. Повторила вот это кофе, я вам когда-то говорила за него, красное брала, а вот зеленого тогда не было, это в АТБ, ребят. Мне понравилось и красное, и зеленое, сейчас по акции в АТБ 111 гривен, взяла тоже. Майонез, ребят, тоже по акции, 27 гривен сейчас, 40 копеек, по-моему, а так он около 40, тоже надо, чтобы был, мало ли, что будем там готовить. Сейчас делать домашний майонез очень дороговато, ребят, яйца, посмотрите, там в магазине сняла поскольку, ну и масло тоже выходит по нормальной цене, так что пока с этим майонезом. Вот такую взяла редиска, такая она, знаете, внутри красная, много не беру тоже, она есть в доступе, нормально, уже в ее сезон. И то она такая, надо ее выбрать, такая вялая слегка. Что дайкон, что это редиска. Я сама садила дайкон, не получилось, ребята, высадить его, вырасти. То есть была цена раньше вот этой редиски, ну 12 гривен где-то за килограмм. На сегодняшний момент, ребят, она 30 гривен, 29 с копейками. Я вообще в шоке. Цена на редиску. Раньше вообще ее никто не брал. Парочку бананов, куда без них. Распаковка небольшая, я уже говорила вам, каждый день хожу в этот магазин. Вот эти классные макароны твердых сортов, ребят, их не все любят, но они более полезные считаются, их необходимо варить дольше, чем обычно. На упаковке всегда здесь идет, сколько их варить, они якобы полезнее, так что их взяла, ребят, немного, вот здесь 500 грамм нормально. Постоянно разные пытаюсь брать, они, ну, то есть формировка, надоедают как-то одни и те же. Яблоки взяла Red Prince, там Red Chief есть, эти Red Prince, ребят, вот такие здоровенные яблоки, 35 гривен, сейчас по чеку скажу, вот такие вот, смотрите, классные яблоки, вообще яблоки тоже подорожали, 40 гривен где-то, цена такая средняя, это в АТБ, а в овощных и 47 есть, и 45, такая цена, ребят, мандаринки, две мандаринки взяла, они по 75. Тоже каждый день захожу, беру хотя бы 2, 3. Ну вот сейчас 3 мандаринки, это где-то 40 гривен будет стоить, ребят. Что вы рассчитывали примерно. Так, чек. Взяла также, мне сырок надо, вот такой вот хороший. Это плавленый, вот этот Голландия. Мне надо на салат. Не знаю, когда я его сделаю. Покажу вам его. Ну, не знаю, ребят, не сегодня. Чек. И десяток яиц, ребят. Это просто. Цена, вы видели на видео, я снимала. Все цены я, в принципе, вам сказала. Яйца 57,90. 65 в основном, так, в других магазинах овощных. Так, что тут еще такого с интересного? Да, мандарины вот 2, 29 гривен затянули, ребят. Яблоко Red Prince, да, оно так и называется. 35 оно, 95 за килограмм.
41,50 макароны сейчас. Вот эти вот. Ну, там, если другая формировка, 38 с копейками, 38,50. И бананы 59,90 сейчас. Два банана на 18,50. Так, и редька, вот это вот, что я вам говорила, 29,95. Так же самое дайкон стоит, белый. И он такой здоровенный там вообще. И майонез 27,70. Срок 18,50, тоже дороговато. Ну, кава 111,90, кофе. Вот такое вот сегодня видео маленькое, ребят. Есть у меня еще помимо этой работы и основная работа. Так что такое маленькое включение для вас, конечно же. Конечно, пытаюсь снимать более такие, знаете, интересные ролики, как бы. Ну, не всегда это получается. Такова жизнь, куда денешься. Кому интересно, конечно же, подписывайтесь. Не забывайте, поддерживайте. Всем хорошего настроения, что вас ничего не огорчало, ни погода. Ураган страшный просто. Очень много листьев опало, и порывы ветра такие. Сегодня даже град был, но я вам не успела заснять. Но он недолго, минут где-то, минуту-две, и все. И потом пропал. То есть, ну, такой не крупный, но где-то 3 миллиметра точно. Так что, ребят, сегодня такое маленькое включение. Все, всем хорошего настроения. Не забудьте подписаться. Все, всем пока.